Свежие идеи и незашоренный взгляд. Молодые оренбургские депутаты готовятся к московскому съезду. Он станет первым и во многом определяющим. Молодые люди знают, в работе им недостаточно только не мешать, но нужно еще и помогать на первых порах. Потому одно из предложений – возможность стажировки в высших законодательных и исполнительных органах власти, чем, кстати, давно и активно занимаются в Оренбургской области. Мы собираем, обучаем, разговариваем с молодежью для того, чтобы, во-первых, они уже сейчас работали вместе с нами, и чтобы в дальнейшем, в своей будущей жизни и работе, они имели опыт, знания и умения, чтобы передать им Россию в их молодые, твердые и такие уверенные руки. Молодежь, в свою очередь, полученные навыки готовы применить в деле. Инициативы тех, кому до 30, касаются практически всех сфер жизни. Это местное самоуправление, развитие предпринимательства, молодежная политика, введение инноваций в экономике. Задача власти, чтобы лучшие идеи, как можно быстрее и без проволочек, преобразовывались в законопроекты. Объединение уже действующих депутатов и тех молодых людей, которые в этом направлении работают и хотят стать ими, те инициативы, они, конечно, будут, ну, так скажем, креативны, воплотимы в жизнь. Это самое главное. Самое главное, чтобы все идеи, которые были, они были воплотимые. Оренбургскую делегацию в Москве представят члены молодежного парламента. Кроме того, в нее войдут депутаты от муниципальных образований. Виталий Сапожников, Вадим Нечаев. Наше время.